А, шо? Я опять в доту переиграл. А, о, всем здорово, ребят, с вами я, Диман45К. И вы знаете, так мой миф как многоконечный. Но если я вам скажу о том, что многоконечный был немногоконечным раньше. Очень давно многоконечный не был многоконечным, это был совсем кто-то другой. И сегодня я вам покажу. Начнем. Мой первый миф, точнее, как выглядел многоконечный раньше, вот он, наблюдатель. Наблюдатель – это первая из трех версий многоконечного. О нем можно сказать только то, что он с шансом 10% может зайти к вам на сервер, где у вас карта Desert Town 2, и у этого сервера обязательно должно быть название «Наблюдатель» на английском, я не помню как это. И он будет просто стоять и смотреть за вами. Вторая заброшенная версия многоконечного с очень кринжовым названием. Ее название — это «Мистер Многоножка». Мистер Многоножка мог появиться у вас на сервере на карте Race Track 1 с шансом 1%. Ну и сейчас мы имеем супер кринжового многоконечного, которого я сделал буквально из говна и палок. Да, вот такое вот видео получилось. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Но сегодня я вам показал то, как выглядел раньше многоконечный. О, вор! Смотрите, я вора поймал. Надо будет Чмоне рассказать. Все, брысь отсюда. Все, я дисквалифицировал вора. Где он там? Этот вор еще и с пустолетиком был. Туда его. Точно. Это же Степа, охранник наш. Степа, это же мы его с помойки подобрали. А теперь еще им кидаемся. Извини, Степа, на свой пистолет охраняй. Ну да, ребята, заново сегодня я показал вам, как раньше выглядел многоконечный. И сбил немножечко Степу. Степ извинил? Ага. Он меня извинил. Ну, спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте, да-да-да-да, ставьте лайки. Давайте 100к до Нового года. Давайте, да-да-да. Это там 25 тысяч до Нового года осталось. Давайте его добьем. Давайте, я хочу на Новый год 100к, чтобы мне YouTube галочку подарил. Ну все, давайте, если сделаете, спасибо за просмотр и всем пока-пока!